самая приятная смерть из существующих, потому что когда сначала холодно, потом уже, собственно, перед смертью становится очень тепло, и человеку приятно, и он получает приятные эмоции и умирает. Таня, это мне напомнило, когда где-то на украинском телевидении какой-то дяденька рассказывал о том, как классно было в концлагере, какой был замечательный концлагерь, как там к ним хорошо относились. И говорит, нас там кормили хорошо, нам там вот мыли, и вот там вообще он такой уютненький этот концлагерь был. И вот так вот смотришь, думаешь, ёлы-палы. Вот сейчас Таня говорит, смерть от замерзания, это классно. Я думаю, ёлы-палы. Я правда, я читала, что это самая приятная смерть. Многие люди мечтают умереть замёрзнуть. А если у них это реализуется? Мечта. Я не знаю, я бы такого вообще не мечтала. Я мечтаю жить. Не, просто если ты хочешь, чтобы немножко успокоиться, вот у меня, ну так, маленькая подробность, у меня клиническая смерть. На операционном столе. Вот реально меня когда вывели, меня пытались будить, мне не давали после наркоза, чтобы там можно поспать, а тут не давали. Мне не хотелось. То есть мне не хочу. Меня вот оставьте в покое, я хочу туда. Но поэтому на самом деле не так страшно. А там вот. Что-нибудь видели? Нет, это я потом. Не наш день. Ну просто к тому, что это реально не так страшно. Это в нашем представлении. Мне просто представить, что я лишусь всех привилегий жизни. Не важно зачем, не важно, там лучше будет или хуже, я не хочу, мне хорошо здесь и сейчас. Так что вы не думайте о смерти. Думайте, пока у нас вечер, а потом не думайте. Вот. Надежда, вы нам споете? Давайте вам стучим.